тот случай, когда за миловидной внешностью скрываются свирепые хищники, вооруженные острыми зубами, цепкими когтями и продвинутыми методами поиска добычи. Это ловкие и быстрые животные, в рацион которых входит все, что движется. Поэтому, несмотря на размеры, они превосходно себя чувствуют среди множества смертоносных созданий Австралии. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и сегодня речь пойдет о сумчатых куницах. В связи с последними событиями рекомендую подписаться на канал в Яндекс.Дзене. Ссылка будет в описании. Род пятнистых сумчатых куниц насчитывает 6 видов. Самые крупные представители при внушительных размерах могут весить до 7 кг. За образ жизни и повадки этих животных также называют сумчатыми кошками. Родными краями для них являются Австралия, Тасмания и Новая Гвинея. Эти животные предпочитают густые влажные леса, где можно укрыться в кронах деревьев или незаметно подобраться к зазевавшейся добыче. Сильные мышцы и гибкое тело позволяют куницам с легкостью перемещаться по деревьям, а длинный хвост помогает сохранять равновесие даже на тонких ветвях. Хотя у самых упитанных могут возникать проблемы, все-таки основную часть жизни животное проводит на земле. Подобно кошке, сумчатая куница обладает всеми навыками скрытной охоты. Развитые органы чувств сочетаются с неслышной поступью и осторожностью, что позволяет застать врасплох даже бдительных лесных обитателей. Речь идет не только о мелких грызунах. Жертвой могут стать пернатые соседи, а также куда более крупное животное, вплоть до валаби, представителей семейства кенгуровых. Чаще всего эти хищники выходят на охоту ночью. Сохраняя незаметность, они могут нападать прямо на деревьях, подкрадываясь к жертве и завершая атаку смертельным прыжком. Длинные клыки – эффективное оружие при укусе в шею, а набор из более чем 40 крепких зубов помогает с быстрым разделыванием и измельчением добычи. В этих краях важно есть быстро, ведь нашествие конкурентов не заставит себя ждать. Тасманийский дьявол – близкий родственник куницы, и это более крупный, массивный и свирепый хищник, с которым лучше не связываться. Куница принимает верное решение, ведь еще пара минут, и на добычу сбежится множество голодных и агрессивных животных. Хотя предприимчивый зверек может пойти на риск. Его злобные соседи не терпят конкурентов и обладают не менее развитым обонянием, улавливая присутствие чужака. Когда дьявол срывается с места, чтобы проучить учуянного гостя, куница пользуется моментом и успевает немного подкрепиться. Самое главное – заблаговременно покинуть чужие владения. Живя в Австралии, трудно не встретить одну из многочисленных рептилий. И если от крупных варанов лучше держаться подальше, то полуметровая исполинская ящерица может привлечь внимание охотника. Однако даже такой противник способен крайне больно укусить. Подвижный зверек не собирается отступать. Яростно нападая, куница находит уязвимое место и применяет удушающий прием. Значительную часть рациона хищников составляют насекомые, которые нещадно извлекаются из-под твердой коры. Крепкие когти помогают найти пропитание даже в самых труднодоступных местах. В этом случае особую роль играют длинные усы.
У основания каждой вибриссы расположены сотни нервных окончаний, что позволяет уловить даже незначительные колебания, издаваемые потенциальной добычей. И, конечно же, ключевое значение при поиске пищи играет развитое обоняние, которое подсказывает направление к самым надежным тайникам, в том числе к таким деликатесам, как яйца. Северная сумчатая куница – самая мелкая в своем роде. В отличие от лесных родственников, она предпочитает скалистые участки и при массе в 900 грамм с легкостью перемещается даже по вертикальной поверхности. Этот ловкий зверек лучше других справляется с ловлей мелких грызунов, которые и составляют основную диету. Как известно, в природе выживает сильнейший, и в случае с сумчатыми куницами борьба за право на жизнь начинается с самого рождения. На свет может появиться до 30 крохотных малышей, однако в зависимости от вида, сосков у самки всего 6 или 8, поэтому выжить суждено лишь тем, кто опередит своих братьев и сестер и успеет залезть в сумку, которая станет домом на ближайшие 2 месяца. Участь оставшихся незавидна. Погибнув, они могут стать кормом для собственной матери. При этом оставшиеся в живых будут окружены заботой и лаской. Мать не даст их в обиду даже огромным змеям, которые всегда готовы поживиться молодняком. Подростки взрослеют довольно медленно, достигая зрелости лишь спустя год. При этом срок жизни куниц составляет всего от 2 до 5 лет. Отношение сумчатых куниц и человека неоднозначное. С одной стороны, эти хищники разоряют курятники, за что их очень не любят фермеры. Но с другой, это истребители вредных насекомых и грызунов. В том числе кроликов, которые стали настоящей проблемой для местных жителей. В целом, с появлением человека и завезенных им животных, популяция всех видов куниц значительно пошатнулась. Из-за конкуренции и исчезновения мест обитания все австралийские виды попали в Красную книгу. На сегодняшний день лишь Тасмания и Новая Гвинея стали основным убежищем этих уникальных хищников, где они по-прежнему процветают. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!